Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск. Остановка ДК нефтехимиков. Давайте смотреть новинки вместе. Итак, новые чашки. Латте или латте. ml. Фаянс. Она такая блестящая, гладкая. Американо. И, наверное, все. 77 рублей. Вот такие чашечки. Тоже 340 миллилитров. Это уже фарфор. Вот по мне фарфор должен быть такой нежный, тонкий. А это больше на фаянс похоже. Тоже разных расцветок. И такая горчичная. Господи, квертормашками. Уже достали чашки с Новым годом, с Дед Морозом. Опять появились с перышками чашки. Такие. И детские. Тоже 77 рублей. 230 миллилитров фарфор. А это что у нас такое? Форма для оладий. Опять привезли формы. Но вот это вот уже, правда, размер такой, надо сковородку большую. Но здесь уже вон сколько их. Здорово. Смотрите, какая прелесть. Даже рецепт панкейков есть. Тоже не нашла. Ценник не нашла. На кассе много народу, не буду подходить. Ну, наверное, я не знаю. Но 99 точно будет стоить. А то, может, и больше. Еще вот такие есть. И такая. Это уже как яичница, что ли. Классно. Смотрите, какие красочные коробки. Уже много их. Такая вот есть. Такая и такая. Контейнер переноска универсальный. Вот даже не знаю. Это если, допустим, где-то на даче помыть, усложить. И взял за ручку. И понес раскладывать. Шикарно. Хорошая. Тут даже споласкивать можно прям хоп, хоп, куда-то в емкость после мытья. И порядок. Смотрите, она не только чтобы мыть посуду. Можно переносить различные бутылочки, вилочки, крема и так далее. Это я просто придумала, чтобы мыть и переносить. А здесь нет, здесь пожалуйста. Кому фантазии насколько хватит. Хорошая штучка, недорого. Есть прозрачные, а есть просто белые. Смотрите, какой огромный ящик на колесах. Крышка. А что такое? Смотрите, здесь написано 77. Эта крышка стоит 77 рублей, значит. Здесь есть емкости. Можно поставить ящик на ящик, чтобы вот в эти вот емкости колесики встали, я так понимаю. Да, вот колесики. 32 литра. Хороший ящичек, вместительный. В отделе канцелярия. Бумага для рисования. Длина 3 метра. Целые плакаты можно делать. Бумага подходит для рисования акварелью, гуашью, цветными карандашами и фломастерами. Смотрите, какая длинная здесь.
расстелил, посадил и порядок. И пусть хоть руками, хоть ногами. Красота. 99 рублей. Опять привезли нам ручки, гелевые с подвеской. Смотрите, какие глазки красивые. С котиком. Или лисичка. Скорее всего, лисичка, наверное. Рыбка. Вот, а теперь котик. Ну и эту покажу. Вот 55 рублей. Смотрите, какие красивые ножницы для детей, для творчества. Две улиточки такие. И такие обычные, скорее всего, наверное, для мальчиков теперь. 55 рублей. Фонарь налобный. До этого были вот такие маленькие, а теперь появились вот такие большие. И стоит 77 рублей всего. Черненькие и вот такие желтенькие. Этот большой стоит 77 рублей, а этот маленький стоит 99. Смотрите, какие появились носочки. Тепленькие уже, с оленем, махровые. Состав 72 хлопок, 27 полиэстер и 1 эластан. Они разные. Давайте я вам так пролистаю. Яркие, красивые. И есть длинненькие, тоже с оленями, тоже разных расцветок. И серенькие. Цена, наверное, такая же. Потом, смотрите, вот с барашками. Облачко барашка такое. Здесь уже, здесь, если здесь есть ангорка, это уже потоньше. Потоньше и понежнее. Здесь, значит, у нас состав не очень хороший. 70 полиэстер, 25 акрил и 2 всего шерсти. А на вид, вот на ощупь, прям классный. Тоже разные есть расцветки. Так, а здесь у нас, я состав не прочитала. Так, здесь у нас 50 ангора, 30 шерсть, 15 полиэстер. Вот эти хорошие на зиму, теплые. А затем такие носочки. Так, смотрим состав. Состав очень даже хороший. 88 хлопок, 8 полиэстер, 4 эластан. И сделано в России. Неплохие носочки. Давайте покажу вам опять расцветки. Розовые, даже черненькие есть. Отличные носочки. А вот цены нет. А сейчас, простите. 77 рублей. За 99 вот такие яркие идут. Так. Настолько мелко написано, что я даже не могу прочесть. Это вообще, это кому пишут? Ой. Вот расцветки разные. Носочков завезли очень-очень много. Смотрите. Такие беленькие. Перчатки. Смотрите, с люрексом. Состав акрил, полиэстер. Такие вот. Вот как мужские уже идут, большие. С люрексом, смотрите, оказывается, разных цветов есть. 77 рублей перчатки. А эти, не знаю, с прошлого года, наверное.
Вот какие 51 рубль. Эти точно уже давнишние. Тоже 51 рубль. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.